Друзья, добрый день! Сегодня нас ждет очень интересный выпуск, и Олег держит в руках банку лака, который известен, пожалуй, каждому маляру в России. Мы сегодня будем говорить о лаке «Глазурит 255». Это классический двухслойный лак с высоким сухим остатком. Пропорции смешивания – две части лака, одна часть отвердителя и 10% разбавителя от объема лака. Возможно применение различных отвердителей и разбавителей в зависимости от условий окраски и температуры. Возможно использование различных добавок. О том, какие конкретно добавки бывают, мы проговорим в отдельном ролике. Данный лак отличается простотой, стабильностью нанесения, позволяет получить отличный внешний вид и высокое качество покрытия. Кстати, существует еще один способ применения данного лака, позволяющий сэкономить время. Если знаете, укажите в комментариях. А мы в следующих роликах разберем это. Полная техническая информация о данном продукте имеется на официальном сайте «Глазурит». Лак 923-255. Чем он интересен? Это классический лак двухслойный, знакомого уже нам с начала 2000-х годов. Достаточно прозрачный, вы видите. Нанесение традиционно, то, к чему привыкло большинство маляров. Два слоя разливаем. Межслойка не очень большая, где-то порядка 5 минут. Прекрасный внешний вид, отлично полируется и долго сохраняет свои свойства. Сейчас посмотрим, как наносится первый слой. Одной отличительной особенностью является его увеличенное время жизни. Время жизни лака – это 4 часа. Это позволяет на производстве не разводить новую порцию лака, когда вы идете красить, а использовать предыдущий. Итак, прошло 5 минут, мы видим, что лак подсох. Это время достаточно для межслойной выдержки. Сейчас я использовал смесь, все стандартное. Нормальный отвердитель, нормальный разбавитель. Для данной температуры, для данного объема покраски этого достаточно. Если вам нужно покрасить деталь маленькую, вы можете использовать быстрые материалы. Есть возможность добавить быстрый активатор и быстрый разбавитель. Нужна площадь или температура стала выше, можете взять материалы более длинные. Этот лак, кстати, себя неплохо зарекомендовал, когда мы работали в кувейте. При температуре 55 градусов это позволяло нам использовать именно этот лак у клиента без каких-либо нареканий. То есть там, естественно, при такой температуре чревато закипанием лака. Этот лак позволял нам добиться хорошего внешнего вида и очень нравился малярам. Итак, друзья, капот открашен. Спасибо Олегу. Вот в камере вы смогли убедиться, что нет никаких сложностей в нанесении лака 923-255. Могу смело утверждать, что и новичок, и старичок легко справятся с окраской капота. Вот, Олег, что ты скажешь? Да, все верно. По результатам окраски мы имеем прекрасный внешний вид. Расход лака в два слоя составил 350 грамм. После охлаждения деталь у нас готова к установке. Друзья, на этом все. Не забудьте про наш вопрос. Ждем ваших комментариев и до встречи в новых видео. Пока!